Более 300 тысяч человек вышли на улицы Барселоны в знак протеста против действий полиции во время референдума 1 октября. В Каталонии сегодня объявили всеобщую забастовку. Не работает общественный транспорт, закрыты магазины. Люди требуют наказать виновных в избиении местных жителей. Больше расскажет Алексей Пшемыский. Каталония страйкует. Сегодня с самого утра десятки тысяч людей вышли на улицы Барселоны. Они требуют отставки правительства и наказания для полицейских за их действия в день референдума, когда пострадали более 900 человек. К обеду люди заполонили все центральные улицы города. Многие с флагами Каталонии. Они кричат «нет насилию». Они избивали людей, которые просто хотели проголосовать. Не только таких, как я, но и стариков, и детей. Как это возможно в 21 веке в Европе? Вы поддерживаете независимость Каталонии? Да, я за отделение. Но многие вышли не из-за этого, потому что против насилия. У многих таблички с надписями «Помогите» и «Почему Европа закрывает глаза». Они видели эти кадры, где избивают людей, и просто сказали, что это наши внутренние дела. Мы требуем от Европы осудить насилие, защитить пострадавших, а они просто молчат. Главные достопримечательности сегодня недоступны для туристов. В городе перекрыты все центральные дороги. На подъезды к Барселоне местные фермеры на тракторах блокировали движение, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Общественный транспорт работает только в часы пик. Днем было закрыто даже метро. На остановках десятки туристов, которые не могли уехать из города. Нам сказали, что автобус придет. У нас вечером рейс. Мы сидим тут еще с утра. Надеюсь, успеем. Я должен улететь. Тем временем президент Каталонии уже изменил тон в отношениях с Мадридом. Накануне он обещал, что регион до среды объявит независимость и будет создана Каталонская республика. Но вчера вечером заявил против травматичного разрыва с Испанией и призвал Мадрид к диалогу. Мы за диалог с участием третьей стороны, международных посредников. Мы открыты к переговорам. Но испанские власти даже не пытались связаться с нами. Тем временем в окрестностях Барселоны, в прибрежном городке Пинеда-де-Мар, испанским полицейским пришлось покинуть гостиницу после того, как здание окружили сотни протестующих. Подаваться и местных жителей те ушли, выкрикивая «Испания!». Такие действия резко осудил глава МВД страны. Он обвинил президента Каталонии в подстрекательстве людей к восстанию и сказал, что ни один полицейский не покинет регион. В Мадриде также заявили, ни о каких посредниках в переговорах не может быть и речи. Испанские власти грозят лишить Каталонию автономии, если депутаты все же проголосуют за независимость, а местный парламент распустить. Конституция страны дает Мадриду право прибегать к любым мерам для сохранения целостности Испании. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.